Я взял машину. Сейчас пройдемся по кругу. Видеокамеры вот стоит прямо вот, вот здесь точка. Тут круг, кругом стоят камеры. Знак Рема. Вот задняя камера. Здесь подключать. Прицеп таскать. Сейчас откроем дверь. Выехала ступенька. Вот салон. Эта байда черная ставится сзади. Здесь вот кондиционер, провода, все как нужно. Как Люба говорит, вон столик, чтобы кушать на нем. Вот переключатель скоростей, я такой еще не видел. Нажимаешь на тормоз, прокручиваешь эту ручку. Сейчас мы люк. Здесь люк полностью на всю крышу. Вот он называется панорамик. Вот это вид сзади.